всей доски лица. Значит, основные понятия, параграф там или глава, основные понятия. Динамики сооружений и пока без сейсмостойкости. Ну, раз основные понятия, то начнем с того, какие динамические процессы. Динамические процессы. Я с позиции математики, как назвать вот этот процесс? Включите свои ответы. Колебания – это уже процесс не с точки зрения… Периодически. Периодически есть вариант. Гармонически – это все правильный ответ. Еще как народ. Что в математике, какая функция описывает? Синусоида, косинусоида, смотря какое начало. Ну, будем называть, нам удобно называть его моногармоническим. Раз так, тогда вот это как называется? Скажите, это будет... Полигармонический. Как? Бигармонический. Поли пока нету, но если еще излочиться, показать еще одну гармонику, да, то можно от бигармонического перейти еще к полигармоническому. Если вы берете сумму нескольких гармоник, то вы получите очень красивый там 3-4 гармоники, можете баловаться на своих компьютерах, на институтских машинах, вам карты лучше. Да, если у вас кто-то там с крыши спрыгнул на перекрытие нижнего этажа, как назвать такой процесс? Импульс какой-то, да, передал импульсные процессы. Или вот тот дом, что отсюда не видно, там забивают свай, да? И есть такая вот автоматика некоторая, что там периоды вот этих ударов создают периодически повторяющиеся импульсы. Другой пример из уважения к нашей видеокамере, прибывшей из Динита. Значит, это езда по стыковому пути железнодорожного экипажа. Да? Вот, что нам получается? Бабах. Первые железные дороги в СССР, скажем, лет, наверное, до 50, прошлого века, да, до 50, до середины прошлого века, были 12,5 метров рельсы. Вот, в зависимости от того, с какой скоростью несется экипаж, вот это вот время получалось через длина звена, повторяющиеся, да, делилось на скорость движения поезда. И это все очень интересно, и там рождались формулы. Мы называли вот в школе все Алгородёновича, называли движение по неровности пути. И самая классическая была вот такая неровность, прямая линия, потом вот такая вот ямка, но она гармонически вписывается при такого удара. И записывали, как там единица минус 80, там какой-то времени, и здесь еще там D пополам, вот это вот глубина неровности. То есть вот это причина вот такого процесса при движущемся экипаже. Эта причина может быть разная, и неровность разная. Бывает, что где-то здесь прошел, не заметил эту неровность. А там был неравножесткий путь. Плохо там какая-то вымоена, что-то вымывает. И вот тогда вот эти две неровности и глубина неровности входили в уравнение возмущения для экипажа и для моста, если это на мосту эффекты какие-то есть вот такие. Просто рельс между шпалами, между какими-то плитами несущими. Все это может быть, ну, связано не только с рельсом, а и с тем, что ниже рельса. Ну а вы все испытываете
транспортных средствах, на трамвае эти возмущения, на автомобилях, на маршрутках. Вы едете зимой по Ухану. Вот это все функции, которые являются возмущающими. Ну и обобщая вот это все вместе, значит, может быть какой-то вот такой же процесс, да? Как его назвать? Что там все случайный, да? Случайный набор каких-то вещей. Сейчас физическая стойкость – это очень важная вещь. Задаются вот эти реальные, кем-то когда-то измеренные, кем-то проанализированные графики перемещения основания, но их, говорят, мы их соберем из разных видов записей, разных ученых, разных сейсмостанций. И тогда она называется как бы собранная, синтезированная. Если это ускорение, измерялось, здесь датчик стоял в ускорении, тогда это синтезированная акселерограмма. Это вот новое. Вы обязательно должны считать на эти акселерограммы. Они для вертикальных нагрузок, горизонтальных. Пока такие линейные воздействия, значит, на разных местах грунта, на разных глубинах, могут быть в вертикальном направлении, в горизонтальном, в одну сторону, в другую. И вот инженер начинает сам думать, как же ее задавать, эти возмущения, по горизонтали или по вертикали одновременно. Вот тут целый ДБН создан нашими. Украина тут была лидером. Это я так прекрасно сделал ловушку. ДБН. Не могут
делать операцию, скальпель дрожит у хирурга, да? Скандал, все такое, больница, городская больница скорой медицинской помощи. И это было, скажем, если кто помнит, когда трамвай сорвался в крутом проспекте на Днепродзержинске, там где бюст Леонида Ильича, и вот вниз снесся трамвай без тормозов. И он, значит, врезался там сам в себя на повороте, и очень много жертв и смертей, я цифру не помню, но вот это вот крошево человеческое везли вот в эту больницу, потому что самое новое было хорошо оборудовано. И областной наш врач Александр Евгеньевич Лоскутов из нашей больницы Мечников, значит, там руководил, засучены рукава, молоток, кувалда, там, пила. Он, значит, делал людей, создавал из остатков. Так вот, в этом самом операционном зале было очень плохо с комфортом, да? Врач должен аккуратно там что-то делать, а тут, значит, были такие вот, ну, мы даже в диссертации сейчас вставляем слово «комфортность помещения» с точки зрения вибрации. Комфорт, есть там влажность, климат, температура, условия, это все экологические, так сказать, среды. А если стол, стул, там, кровать больного, который находится под какими-то там процедурами, скажем, вылечивания. Главврач жаловался, что вот плохо на этой вибрации, у нас заживление, выздоровление задерживается. Так вот, тут мы, значит, имели место с неизвестностью, откуда появляется вот такое дрожание на верхних этажах. И вопрос был такой, что ну, к нам приезжали, просили. Вот нас просили, когда с ним мостом заниматься, мы не хотели. Вот этой монументом космонавтики на Гагарина просили, мы не хотели. Вот это через давление, скажем, от ректората, ну, мы уже там какие-то начинали участвовать. И также вот по этой комнате. Ну помогите, ну что вы там? Мы говорим, ну дайте нам, ну, знаете, как проектировщик хочет, чтобы ему дали техническое задание. Вот там возмущение, такое-то уравнение, вот дайте мне вот такой процесс, дайте мне амплитуды, частоты, я буду считать. То, что считала на то время ИРА программа. И кстати, вот тут не было, в тот раз была девочка, может, она еще придет, которая Диденко фамилия, это вот дочка моего самого способного студента обижаться. За все годы я мог за 35 лет какую-то классификацию провести. Он самый способный, но не дошел до научной степени, а дошел до должности главного инженера. Быстро, уверенно, главный инженер граждан проекта Запорожского. Значит, и вот я просто тогда с ним начинал вот осваивать вот эту динамику на линии. Это было, представьте, если он сейчас главный инженер, значит, это было примерно 80-й год, 1980-й год, мы начали считать. Лера говорила, можно считать динамику, если там не больше там 50 степеней свободы. И вот такие проблемы, значит, мы проводили испытания, проводили, дали там все, машины, приборы, мы ездили, значит, втыкали в землю и изучали поле, виброполе вокруг объекта. Это вот вопрос уже близкий к сейсмостойкости, потому что на самом деле в одном направлении вокруг здания были возмущения больше. То есть как бы виброполя вытягивались в какую-то определенную сторону. Вот здесь шла железная дорога, а там был заводик. Заводик вдоль всего вот этого там, километров 3, не меньше он протяжения имеет. И вот выяснили, вот так мы пришли прямо к этому корпусу. Значит, ездили, 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 пока нас не остановили. Куда вы едете, тут секретное производство,
дали мандат, прошли и нашли корпус, на отмостке которого были уровни 600 микрон. А на корпусе, вот на этом, на отмостке, было 5 микрон. Ну, можно было сказать, споры были там в райсовете, что вот это возмущение от этой железной дороги. И начинали там кричать на технические службы железной дороги, вы прекратите тут ездить, это магистральное направление, не в Пятихатке. И значит, когда мы еще сообразили, проверить, не жалуются зря врачи, да, мы пошли наверх, на крышу. И здесь у нас уже было 160. Вот такие парадоксы на крыше. Намного больше, чем на мосте. То есть вот эта проблема, она очень такая комплексная. Во-первых, можно искать источник. Там было чуть не 2 километра расстояния, когда мы доказали, что вот это причина. Здесь было вот это возмущение по виду. Вот есть еще один такой процесс. Как называется такой процесс? Радио или физики в школе в курсе 5 класса теории колебаний. Биение, да? Точно такой же процесс. Биение будет здесь и здесь. И на крыше, и на одном месте. Так что мы тут разложили все эти документы и доказали, что железная дорога ни при чем. Мы ставили прямо вот на таком расстоянии от рельса, ставили свои датчики. Ну, метр буквально, что там кулаки показывали машинисты, которые проносили. А мы записали, что там, да, после железной дороги есть удары от стыков, которые есть, передаются по земле, но в 50 метрах уже не было этих вибраций совсем. Так что тут еще 500 метров до того здания, до этого стены уже там все затухало, железная дорога. А вот эти низкочастотные, 2,08 и 2,5 герц соответствовали частотам и 150, кажется, оборотов в минуту вот тех самых компрессоров, которые вы там цифровали. Компрессорный цех с силой амплитуда динамического возмущения 100 тонн силы выдает одну такую гармонику на одной из своей частоты, там разные типы компрессоров, ну, 120 или 125, скорее всего, оборотов в минуту, значит, а второй компрессор другой конструкции, там из Германии, из СУМ, там машиностроительные проблемы, они с разными частотами вращаются, вот такой вал, маховик огромный, вал огромный, и кривошипно-шатунный механизм. Толкает продольную как бы, горизонтальную силу, там, сжимает воздух. И цех этот, уже можно говорить, не секретный, назывался ПДГ у народа вокруг, который работал. Там автобус до ПДГ идет, доедет до ПДГ. Значит, производство до чистки газа. Вот шла труба по железной дороге, вот такого диаметра. Специально чистый воздух брали из там, в районе Дарманского, внизу возле Днепра, хорошая экология была. И вот, значит, для сложных секретных вещей вот этот вот работал цех. Огромный цех и огромный компрессор. Значит, пока запомним только, что здесь какие задачи динамики. Задача возмущения. Вот у вас сложные процессы. Вот это тоже биение из гидродинамических процессов. Когда возникает биение? Когда близкие две частоты. Вот типичный случай. Видите, 2,1 и 2,5. Вот близкие частоты. И он постоянно такой процесс идет. Полусумма этих частот и полуразность. Полусумма частот дает среднюю частоту, которая вот здесь
проявляется, может быть, измерено. Но это не частота той машины, а это вот именно что-то новое образуется. Новая вот эта вот шейка и пучность, да, возмущение. И они связаны, эти частоты, с новыми какими-то частотами, которых нет в природе на машине. Она вот образуется, такая новая частота, низкочастотная волна и высокочастотная волна. Вот уже надо осторожно обрабатывать записи. Так, хорошо. Теперь я говорю о том, какие мы все свойства хотим изучить. Ну и какие величины характеризуют, скажем, гармонический процесс. Это тоже вы знаете, мне неудобно говорить, как вот эта штука называется. Период. Как период связан с вот этой штукой? Что это за штука? Частота. Какая частота? Есть линейная. Линейная. Есть круговая. Есть техническая. Вот сколько частот. Вот будем называть в герцах измерять линейную частоту. Количество колебаний в одну секунду. Круговую будем называть, когда будем вести разговор о собственном колебании. Буду омегу такую маленькую. Тета – это у меня будет частота вынужденных колебаний. И они измеряются в секунду минус первой. Ну, это я так сразу обозначаю по-другому. Техническая – вот та, что написано на паспортах, на машинах. Где-то ищите табличку красивую, там написано число оборотов в минуту, число колебаний в минуту, ударов в минуту. Раз в минуту, значит, это 60 секунд. Тогда обороты в минуту. Теперь. Значит, мы затронули такие вопросы, как, скажем, виды процессов, а теперь виды колебаний, еще такие фундаментальные вещи, виды колебаний строительных конструкций. Тоже вы знаете, но мы же систематизируем, я говорю по названиям, которые вы знаете, собственные, свободные и вынужденные. Они могут быть переходные процессы и стационарные. Ну, собственно, их не бывает. Это математики просят, чтобы мы что-то там отбросили трение. И тогда они не затухающие. Без трения. Да? Свободные – это затухающие колебания. И тут сразу характеристику очень важную для динамики здания сооружений, логарифмический декремент колебаний. Ну, да. Вот здесь свободно, да? Чего это выбирает? По поводу чего так решили? Почему выбирают? Вы хотите, чтобы... Вы просто хотите активно работать. В тех вещах, и правильно, чтобы не заснуть, можно думать о чем-то своем, тогда вы можете думать. Можете писать о чем-то своем на полях справа, а не забыть в конце лекции спросить такой-то вопрос. Тоже хорошо, это ваше интерактивное, так сказать, восприятие обучения. Ну, а логарифмический декремент – логарифм натуральный. Отношение двух соседних амплитуд при затухании. Если я так обозначу, вот среднюю линию сам проведу. И здесь две соседние амплитуды вот найду, то вот это и будет. Представьте, что вы учили, мы много смотрели на компьютерных
моделирование компьютерного, мы смотрели переходные процессы, воздействие, там, подвижные нагрузки. Ну вот если вы помните, там была такая палочка, и на ней там, в четверти пролета стоял вибратор. Мы его включали с начальной маленькой частоты и добавляли число оборотов, то есть частоту возмещающей силы. Тогда как процесс выглядит? Сначала вот мы его включили, он начинает с низкой частоты, потом постепенно частота меняется, и он проходит какую-то штуку, а частота растет дальше. Как это называется явление? Прошло. Как называется вот это место? Близко к резонансу. Как называется наш коллектив, который... Ну, близко к резонансу, но не резонанс. Да. То есть вот, видите, пациент уже говорит сразу сложные продолжения, что на самом деле, если я быстро вот так проскочу, даже есть обложка, по-моему, старой книги Тимошенко «Инженеры. Колебания в инженерном деле». «Колебания в инженерном деле». И там на обложке, на суперобложке, было такое, для разных скоростей прохождения резонанса были вот эти кривые. Значит, если я еще быстрее буду проходить, у меня будет куда-то вот сюда уходить максимум. Если я медленно начну набирать частоту и проходить резонанс с меньшей скоростью, появятся вот туда какие-то процессы. Да? То есть вот это вот ловить истинную амплитуду при резонансе вынужденной колебания. Это, но главное, что вы 100 раз запоминаете, что биение это близкие частоты. Не важно какие. Тут в теории колебаний не обязательно сразу говорить, что это одна частота, частота возмещения, а другая частота собственной колебаний конструкции. Для нас, строителей, конечно, вот это самое опасное. Когда частота возмущения приближается к частоте собственных колебаний. Тогда вот этот резонанс или близко к резонансу будет биение у вас происходить. Чем больше трения, чем больше вот эта штука, очень хорошо. Строитель должен говорить, ура, у меня декремент там 0,2. А еще лучше, ура, в квадрате, если 0,5. А если на грунте стоит у вас сооружение, сооружение, может быть, вот из металла, очень маленькое, 0,1 декремента, а ты его заглубил в грунт, там уже будет 0,8. Сооружение вместе с основанием, это же оно стоит, мне надо все считать, и основание сооружение. Поэтому не надо забывать, что грунт тут нам помощник с точки зрения роста подэрмического декремента колебания. И вот чем больше декремент в сооружении, тем лучше. И вот сейчас многие изобретения пошли в сторону вот придумывать, какие создавать конструкции. Не такие страшно жесткие, железные или там, железобетонные, чтобы они были с маленьким декрементом. У металла в старом снимке написано 0,15, 15 сотых металла, а 0,30. То есть в 2 раза лучше в этом смысле, чем металл, железобетонная конструкция. Единственное, что важно, что если большие амплитуды будут, до упругой стадии будут работать металл и железобетон, то последствия могут быть разные. Когда начнутся трещины, мы можем заметить их, не заметить. Вот пластическая работа металла не так может быть опасна и в железобетоне арматура в пластической стадии, а сначала же будет трещины в растянутой зоне бетона, это значит уже отсюда декремент большой, потому что там много микротрещин, и они вот не сходятся при колебаниях, то сжатие, то растяжение, значит, вот отсюда рождается сам декремент большой. Ну а грунт там чуть ли не единица, если вы начнете какой-то кубик грунта обследовать, это трудно, но можно, какие опыты тоже надо делать. Так.
бы вопросы есть по пройденному материалу? Ну, дополнительное тут еще определение, значит, когда вот вынужденные колебания, это у меня такие нестационарные все. А теперь я сделаю стационарно, то есть включаю, вот эмочки у нас были на металлостроители, да, или как металлоконструкторы, как вас лучше называют? Инженеры-строители. Так? Ну, эмочки, это же такая машина была в Советском Союзе, маленькая, эмочка, что-то эмочка. Спасибо. Давайте назовем, чтобы официально было название. Кто вы, когда кончили? Чего? Ну, опять есть музыки там нехорошо, да, там металлисты там все. Ну хорошо, кто кем будет, Майк, потом придет и расскажет. Так я к тому, что у нас на занятиях по метрологии в 425-й аудитории мы давали такую студентам возможность найти самим резонанс. И мы давали такой электродинамический вибростенд, который поддерживал амплитуду силы на всех частотах одинаково. И частоту вы могли задать и остановиться. И тогда процесс будет не так все время переменной частоты. А вы начали, включили, вот у вас постоянная частота. Ну, раскачали до какого-то уровня, и потом вот этот стационарный процесс. То есть получился вынужденных колебаний. А это вот переходной несколько. Ну, еще в литературе пишут, что когда вы только включаете, в этот момент от импульса силы, которая появляется, может еще тут возникнуть затухающие свободы. Вот такие. Испытатель должен осваивать вот эти вещи, уметь испытать сооружение на свободе. Я вам рассказывал в этом примере по промышленной сейсмике, там надо проводить эксперимент на груди, измерять на объекте колебания, измерять на источнике.